Привет, друзья! Hello! Теперь готовим соус. Аджика, как говорит мой сын, чем больше, тем лучше. Так, соли добавим еще, потому что у нас лука много. Хмели-сунели. Это сумах, дорогие мои. Испанская соль. Испанская соль. Острая. С паприкой. Да. Тупый момент. Каштанового меда. Растительное масло. И, ребят, намазанной стороной вниз. Чеснок добавим? Давай почистим и так накидаем. Давай. Наконец-то, ребята, потеплело, и мы достроим камин, а с этой стороны вот здесь будет печь. Ну, как будем называть, братцы, подсказывайте. Давайте, идеи, пишите. Где был? Ну, чтобы она впитала все, чтобы не потерять ни капельки драгоценного сока. Поехали. Кайф. Резнадёк вошёл в ход. Хотите много подписчиков в Ютубе, нужна хорошая дикция. С хиговой дикцией в Ютубе делать нехило. Чеснок золотой. Временно накроем. Остатками нашего соуса мы еще раз это делаем, тонким слоем промажем, чтобы создать корочку. Звук слышно, ребят? Ах, такого жениха! Я потом его разрежу.
Лайя. Всем доброго вечера, всем хорошего настроения. Лето пришло, братцы, кайфуем. Ура! Пытка конкретная. Жир как крем. Торт надо с этим жиром делать. Правда говорю? Ну как на вкус, серьезно? Нормально? Пойдет? Не опозорились перед аудиторией? Что ты, слушай? Я такое удовольствие получаю. Поздравляю. Так лето, так лето. НЛО. Приземлилось. Сюда, внутрь, вот сюда. Картошка готова. Грибы только не готовы. Да. Вот как-то так. До новых встреч, дорогие мои. Всем пока, вы крутые.